Одна из самых технологичных здравниц России находится в Шадринске, и это жемчужина Заурали. Санаторию исполнилось 25 лет. Четверть века он работает на благо здоровья людей, используя уникальные разработки в области медицины. Накануне Дня медицинского работника на территории здравницы состоялось юбилейное мероприятие. В Сосновом Бору на северо-западе от Шадринска расположен один из лучших лечебно-оздоровительных комплексов страны – санаторий «Жемчужина Зауралья». Живописный уголок, впитавший в себя целительный запах хвои и сохранивший в своих недрах уникальную минеральную воду. Трудом сотен специалистов преобразовалась поляна в Сосновом Бору. В 90-м году они рискнули и проложили 7 километров инженерных сетей от города до того участка земли, который превратился в цветущий оазис. В 2017 году здравнице исполнилось 25 лет. Санаторий располагает традиционным и современным медицинским оборудованием и технологиями, которые открывают перед отдыхающими широкий спектр процедур. Здесь лечат заболевания костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной и эндокринной системы. Сегодня в коллективе здравницы трудятся более 400 человек, и еще около 120 сотрудников вышли на заслуженный отдых. Каждый, независимо от должности, вносил свой вклад в создание больницы будущего. За весомый вклад в развитие здравоохранения региона почетной грамотой правительства Курганской области награждена главный врач, кандидат медицинских наук Марина Прокопьева. Грамоты Департамента здравоохранения вручили завтерапевтическим отделением Натальи Варламовой, завфизиотерапевтическим отделением Ларисе Черных, главной медсестре Елене Маламон. Дорогие земляки, уважаемые сотрудники санатория «Жемчужина Зауралья», я искренне вас поздравляю с 25-летним юбилеем со дня основания самого ведущего медицинского учреждения в Курганской области. На самом деле название «Жемчужина Зауралья» по всем параметрам соответствует вашему учреждению. Выражаю благодарность руководству санатория, всем сотрудникам, всем специалистам, которые работают на данном медицинском учреждении. Мира вам, добра, благополучия и дальнейшего процветания санаторию «Жемчужина Зауралья». Без южного солнца и теплого моря специалисты создают уникальные условия для оздоровления. Гости действительно ощущают себя на курорте. В прошлом году санаторий наградили золотой медалью форума «Здравница-2017» в номинации «Лучшие технологии санаторно-курортного лечения». Взяв за основу природные богатства, врачи разработали эффективные методики для лечения и профилактики заболеваний. За 25 лет здесь пролечились более 200 тысяч пациентов. Снова и снова в «Жемчужину Зауралья» приезжают гости со всех уголков нашей страны, чтобы почерпнуть жизненную энергию.